Ребят, всем привет, это пилотный выпуск нашего обзора. С этого момента мы начинаем делать обзор на крутые кроссовки, которые есть в наличии в магазине Club 100. Сегодня у нас на обзоре пара Jordan, а именно 13-я модель. 13-я номерная модель – это первая модель, которая была выпущена под Jordan бренд, не под Nike. По моему личному мнению, это самая крутая пара Jordan, которая когда-либо выходила. У нее футуристичный дизайн, который был вдохновлен черной пантерой. А именно так называли Jordan, когда он выходил на корт и играл столь грациозно. Пара была вдохновлена кошачьей лапой, вы можете увидеть это на подошве. И также увидите кошачий глаз, который переливается в темноте. Помимо того, что модель выглядит нереально круто, так она еще и очень легкая и удобная. Удобство обуславливается тем, что модель выполнена полностью из премиальной кожи и вставками из ноутбука. А также в подошве содержатся вставки Zoom Air на сочной и пяточной частях и карбоновая вставка против скручивания стопы. Air Jordan 13 – это кроссовки с богатой историей, которые остаются актуальными по сей день. Они отлично подойдут для лайфстайла, так и остаются актуальными для игры в баскетбол. Ребята, это был наш первый выпуск. Попробуйте угадать в комментариях, какая модель будет следующая на обзоре. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте. Всем до скорого!